парке «Патриот» сотрудники Одинцовской госавтоинспекции совместно с представителями военной автоинспекции напомнили о правилах дорожного движения юным посетителям Международного военно-технического форума «Армия-2022». В рамках областного мероприятия «Внимание, дети!» автоинспекторы вручили юным посетителям световозвращающие брелоки и расписание для уроков с элементами дорожной безопасности. Ребята, в свою очередь, пообещали соблюдать все правила безопасности на дорогах.